Тамбовской области увеличивают доступ малого бизнеса на рынке предоставления услуг. Сегодня в администрации рассмотрели первые итоги реализации национального плана развития конкуренции. Он был утвержден указом президента в 2017 году. На встрече с представителями муниципалитетов обсудили создание конкурентной среды. Наш регион одним из первых разработал и согласовал ключевые показатели. Главный из них – это присутствие малого бизнеса в различных отраслях экономики. За лучшие результаты отметили Гавриловский и Инжавинский районы, а диплом первой степени присудили Токаревскому. Согласно рейтингу, именно в этом районе соблюдают все ключевые показатели развития конкуренции. Помогают малому бизнесу выйти на рынок госуслуг и не только. Это отсутствие нарушений со стороны антимонопольного законодательства. То есть это целый большой такой комплекс, в котором вот Токаревский район победил, выполнив все требования указа президента. Муниципалитеты обязали вести мониторинг соблюдения антимонопольного законодательства. К 2020 году планируют достигнуть снижения нарушений в этой сфере в два раза.